Так, это парк на Жукеево-Пудовкино, который недавно открыли. Тут есть скамейки, качели, детская площадка. Есть даже скамейки с зарядкой для телефона, но нет брусчатки. И сейчас вот летом здесь все топит. И не пройти, ни с коляской проехать. Очень неудобно. Все в воде. Вот еще один тротуар. Не пройти никак.